Всем привет! Вот купил такой девайс. Вакуумная вытяжка называется. Ну, в простонародье это вантус. Уже запарил народ, который насмотрелся видео в ютубе и не только. Вот, по поводу того, что вытяжка вмятин и удаления осуществляется вакуумом, магнитами и прочими. Вот решил теперь купить такой девайс и показывать тем, кто не врубается, что вот он инструмент, показываешь, делают безумные глаза. Вот, показываешь молотки, вот грибки, клей, вот пробойники разные, ну и так далее, насадки. Люди этого не понимают, спрашивают, есть ли у вас вакуум. И уже до того это запарило, что решил, теперь буду показывать, что вот таким вот аппаратом удаляются у нас вмятины. Так что теперь полноценно можно работать. Если спросили, вот, пожалуйста, прибор есть. Вакуум, которым удаляются вмятины. Это видео шутка, конечно, но уже запарили эти непрофессиональные подходы, поэтому решил снять такое коротенькое видео. Всем привет, удачи, пока-пока, счастливо!